Добрый день, дорогие друзья. Очень рад снова о встрече с замечательным русским художником Сергеем Кирилловым. Серж, я вот в твоей мастерской себя ощущаю вот не в антикварной лавке, а в каком-то историческом событии, как вот у Васнецова Виктора Михайловича в домике. И у тебя древнерусская эпоха, 17 век. То есть вот вообще как это вот действительно органично в твоей жизни, не просто ты выставил так, чтобы покрасоваться. А это вот, для работы необходимо. Для работы. Все почему на работе это. Я бы так сказал, что вот мастерская, у меня задача оказаться вне времени. Не от современного времени уйти в историю, а просто вне времени оказаться. Над временем где-то, чтобы уметь легко перемещаться как бы во времени, в сознании. То есть для меня, я же говорю, история – это жизнь. И... Ну, конечно, когда яндаву какую-то берешь, она, он или оловянную какую-то чашу... А вот тебе не кажется, что ты не просто в истории оказываешься, а немножко вне времени? Вот это интересное качество или ощущение, чтобы посмотреть и на современность так же, как на историю, и из истории на нашу современность посмотреть. То есть вот немножечко оценивать как бы время не как что-то такое вот движущееся. Горизонтально. Горизонтально, да. А в объеме, в каком-то сложном объеме. И... Ну, собственно, так оно и есть. Говорят, кто-то говорит, что время по спирали движется, кто-то там другой линейно. Единственное, что для себя определил, если уж этот контекст затронули, чтобы уже его как-то закончить для себя. Вот если Христос – это альфа и омега, то есть там начало бытия и конец его, да? А мы в каком-то маленьком своем промежутке пытаемся это синхронизировать, как-то классифицировать вот это бытие, да, естественно, оно у нас обрывочное, такое вот какое-то, ну, скудное, но с большими претензиями, вот. Но тем не менее мы делаем то, что делаем, и любим то, что любим, и, собственно говоря, это и является ценностью наше искреннее отношение к этому. Да? Даже если мы заблуждаемся, мы искренне заблуждаемся. Это, собственно говоря, нормальное явление. Вот, поэтому вот такая у тебя фигура, как Разин, да, он, Степан Разин, действительно фигура, видишь, для многих она по-разному воспринимается, для революционеров она революционная, для людей определенной формации, там, старой формации по-другому. Вот как ты шел и почему взял вот эту фигуру? Не взял Пугачева, допустим, да, а взял Степана Разина. В чем корень? Ты же очень много поработал на этой теме. Ну да, много. Вот я не знаю, тут сложно сказать. Попробую дойти к этому. Вот... Когда я говорю, что оказаться человеком вне времени иногда полезно. Иногда полезно оказаться человеком без какой-то тенденции в себе. Вот попробовать это. Оценить какие-то события не как вот там, предположим, христианин, православный, а как человек вообще. И, может быть, даже и не человек. Вот художник – это же чудное такое создание. То есть постараться не убеждать людей в каких-то своих убеждениях, а постараться вот в отношении исторической картины, постараться показать истинную правду, как ты ее понимаешь, как ты ее видишь, не навязывая своих убеждений. Они, конечно, есть. Но наш взгляд на те или иные события не должны, как мне кажется, быть вот такими шорами, на которые мы должны на какими-то своими вот убеждениями оценивать те или иные события и смотреть на те или иные события в истории.
Вот часто очень так бывает, что мы очень однобоко глядим. Вот одни так видят Степана Разина, другие так. Можно даже просчитать. Вот этот человек скажет об Степане Разине. Это какой твой? Какой твой Степан Разин? Какой он? Всякий. Такой, какой он был. Он был очень разным. Он был очень сложным человеком. Когда мы часто говорим, что он там, ну, такой вот народный герой, такой простой. Это был очень сложный человек. Он прошел очень интересную судьбу еще до всякого восстания. Он несколько языков знал, он повоевал до этого регулярный, можно сказать. Ну, если так в то время была нерегулярной, ну регулярно стрелец. В войне с Польшей он участвовал. Вот. По крайней мере, человек был непростой, скажем так. А что им руководило, был ли он разбойником или народным героем, все в нем уживалось. Конечно, без разбоя не обходилось, но, наверное, и народным героем был он. Попал в свое время. Вот бывает, что люди проживают свое время и не попадают в свое время. А вот он четко попал в свое время. Видимо, в какую-то вот как в лакуну влился. Вот, значит, само время создает таких героев, как Степан Разин. То есть не он подстраивался под время, а в само время вынесло на гребне волны, да, может быть, так сказать. Такого героя, как Степан Разин. Ну, героическая личность, несомненно. Он взбаламутил пол Европы, наверное. Писали газеты всех стран европейских в то время о восстании Степана Разина. Все серьезно. Это не просто там какая-то смута мелкая или что-то такое там. Возмущение крестьян. Это и трудно назвать крестьянской войной, потому что это в основном казачество участвовало. Ну, казачество, конечно. Потом подключилось и крестьянство, а там дворянство участвовало. И переходили на сторону Разина и стрелецкие полки. И не только с точки зрения там силы какой-то там подчинения, а и искренне. Видимо, Разин обладал каким-то удивительным обаянием, человеческим мощью, силой характера. Это многие описывают, что он чуть ли не магической какой-то силой обладал, человеческой. Но как вот изобразить такого человека? Это интересный человек, несомненно. Для художника это, ну, писать не переписать. Там в одном Степане Разине можно десятки картин сделать. И событий много. Да. Он жизнь прожил недолгую, но яркую событие. Причем ты берешь разные сюжеты. И вплоть до его казни, то есть разные. Вот эти. Ну, у меня две такие картины. Это «У Симперской черты», это он в раздумьях. И «Перед казнью», непосредственно поднимающийся на помост перед казнью. Когда он оказался выше всех на площади. Кстати, вот, ну, неправильно пишут в Википедии, что там на болоте его казнили. Ну, не на болоте казнили. На все, надо месте, просто читать всего. Подлинные документы. На болоте до исчезнутия были колья выставлены, как бы вот до исчезнутия в кавычках. Колья с частями, пардон, его тела. Вот. А казнен он был на Красной площади, практически перед собором Василия Блаженного. Не на лобном месте, а на помосте. И вот, поднимаясь по ступеням на помост, он оказался выше всех на площади и глянул, как сказать, бросил взгляд на людей, на народ, да, за которых, собственно, он, может быть, там... Чаяние, кого он хотел как-то воплотить в жизнь? Мне вот очень напоминает шотландского такого тоже народного героя Уильям Уоллес. Тоже так же боролся за освобождение Шотландии от англичан. Фактически так же был четвертован, обезглавлен. Части тела для устрашения были в разные провинции отосланы. То есть некая такая параллель. Вот можно там Уильям Уоллес, там памятники стоят. То есть такой.
совсем не то, что Лжедмитрий. Это совсем. Понятно. Вот я просто беру другой сюжет твой, да, казнь Лжедмитрия Первого, там, допустим, у тебя. А другая казнь, другой ничтожный персонаж, другая история. Как действительно, ну, ты у каждого своя правда, и эту правду надо уважать, это определенное убеждение человека, оно все равно вызывает уважение. Уважение вызывает. Свой знак можно не соглашаться, но уважение вызывает. Да. Важно в этом разобраться, понять. Это очень интересно. Вот картина, вот он на помосте, такой, в принципе, готовый к этой казни. То есть, я ничего не придумаю, так оно происходило, описание есть, все, я только беру как раб и пишу. Сожжен, заряжен в пушку и выстрелен. Оттуда, это Лжедмитрий уже. Я про Лжедмитрия как раз. Про Лжедмитрия, На помосте, вот он лежит. Да. На помосте. Ну, это он лежит уже его телом. Да, он не живой. Ну да. Вот почему тоже взялся за тему Лжедмитрия. Вот, ну, казалось бы, художник вдруг пишет труп там лежащий на. Ну как я не напишу? Это такое яркое событие, столько описаний. Ну не имею права не описать. Я когда первый эскиз сделал, у меня мама искусствовед, все-таки там, ну, достаточно, что я только не видела, как я картину, увидела эскиз и расплакалась. Что такое? Он говорит, жалко его. Что ж ты такую картину, и тебя жалко, ты что такую картину будешь писать? Ты с ума сошел, что ли? Ну нельзя такую картину писать. У меня тут такая вот мысль, она все не покидает. Ведь убить же был и ребенок, сын Марины Мнишек, то фактически как его назвали, Маренок. Ну, понятно, мотивация, чтобы не было там претензий на престол и все это прочее. Там Лжедмитриев было гораздо больше, и с такими именами это Россия была наводнена. Но фактически убийство младенца, а как Достоевский говорит, весь мир не стоит слезы младенца, фактически, да? Оно же даже убийство младенца царевича Дмитрия, убийство отрока, ну, фактически подростка, да, Алексея, сына последнего императора. В истории все сложнее, как вот есть, и в жизни все сложнее. Вот осуждать легче всего. А труднее всего разобраться, понять, может быть, внутренне осудить, но все-таки вот недаром говорит, не суди, а судим будешь. Об этом, собственно, вот и картина моя. Иван Грозный говорит. Я вот как раз о смерти ребенка, и вот все насколько, не так просто, насколько это возможно, да, насколько это необходимо было, да, ну, может, где-то политически это было необходимо, мотивировка. Один из сюжетов, как раз вот то, что сейчас ты работаешь над картиной царевича великомученика. Дмитрий с ведуном и ведун Андрюша Мочалов в Угличе. Это как бы вот до событий углических непосредственно. Последний младший сын Ивана Васильевича Грозного. Да, да, да. В принципе, претендент на престол. В Угличе. Да. Действительно много разных есть версий этого убийства. Все повесили, собственно говоря, на Годунова, Бориса Годунова, по принципу, кому это выгодно. Я историю вот не превращаю в байку. Никогда. Или вот если мы о ней говорим, об истории, надо уважительно к ней относиться. Очень часто мы вот какими-то анекдотами из истории начинаем объяснять историю. Упал в припадке эпилепсии. Вот это же все просто было. Это так и так было. Или там смеемся над какой-то версией, или начинаем что-то. Много версий, и все они имеют право на жизнь, но не надо, надо пытаться для себя разобраться. Я в это, честно говоря, и не лезу. Я его до этих событий изображаю. Царевич и старик-ведун. Вот для меня вот эта тема важнее. Пусть эти версии там другие строят. Что там дальше произошло, как произошло. У меня вот царевич показать, мальчика со стариком. И вырваться даже из этих событий. То есть, вот как я говорил, вне времени немножечко. Это же вечная тема. Старик и мальчик, да, там. Ну, вот старик как проживший жизнь, и мальчик, которого жизнь еще впереди. А может быть, не впереди. А может быть, вот действительно случатся какие-то события, которые вот прервут эту жизнь. То есть, он как вот чего-то начало, которое может в любой момент прекратиться. Тем более, если ты знаешь историю, что это... В общем-то, наследник, может, последний Рюрикович.
Вот это важно для меня. Ну, да. Вот. А тема чисто человеческая, она не историческая, как навязанная на кем-то, что-то на там это. Вообще лично там от Лжедмитрия, там немножко это там тяжело смотреть, я говорю, там, может быть, и писать не следовало эту картину. Нет, ну, вот никто не заставит меня писать или не писать. Даже вот. Нет, у тебя прослеживается историческое изучение. Пишу, вот не могу не писать. И Цейч Дмитрий, Лжедмитрий. То есть ты прослеживаешь, в принципе, историческую канву, и она тебя, видимо, каким-то блоком таким зацепила, вот эта вот часть этой эпохи, да, была очень важна, интересна. Я поэтому и говорю, что ты находишь свое, вот нашел свое вот отношение, свою версию, вот свое да не прочтение. Свою. Свое видение. Ну как? Свое видение. Опять же, нет ничего более объективного, чем наше субъективное ощущение. Да, то есть взял не самый расхожий такой момент, сюжет, там, убийство Царевича, между другой. То есть, вот, наверное, это очень важно, не идти на поводу чего-либо. Или кто-то вот так сказал, а ты говоришь, да, под козырек и делают тоже. Или так же, в этом же. То есть это добросовестное отношение к истории, к искусству, изучение его. Мне вот это как раз импонирует, потому что, вообще еще раз говорю, историческая картина – это настолько сложный жанр, причем многие сейчас его не берут, потому что очень легко попасть в сети лжи, но и кончать тем, что нужно уметь и писать, и хорошо рисовать, и компоновать. Ну, много чего надо уметь. Из истории еще делают политику, что очень неправильно, хотя история – это, ну, куда денешься, политика. Но главное, чтобы не врать. Вот если ты не врешь, то это самая настоящая политика есть. Ну, надо, да. По крайней мере, художник имеет такую возможность. И это замечательно. Свободный художник. Да. Иногда говорят, что искусство – это форма, способ бегства от реальности. То есть некий такой иллюзорный мир, другой. Нет. Но ты не касаешься… Для меня я современный человек. Современная тема у тебя возникает? Современной жизни. Современной темы нет. Совсем современный. Ну как, я же пишу современников, портреты, там, я общаюсь с людьми, я там преподаю. Ну как, я живой человек, абсолютно современный. Очень приятно, что такого есть древнего. Портрет нашего общего друга, Царства Небесного, Александра Николаевича Арцебашева, писателя замечательного. Так ты его сделал там. Охотничий, да? Да, он охотник был. Мы с ним ездили в поездку по Шихонию. Вот, это так интересно было. Именно увидеть не только глазами. Ну, я как художник смотрю, а он как писатель. Значит. И вот мы делимся там впечатлениями, все. Ну, вот он как писатель воспринимает, я как художник воспринимаю. Это так различно, между прочим. Вот такой взгляд. Я-то все через зрительные образы, а он через словесные скорее какие-то. Он там... бабок-старушек разговорить, вот, чтобы они рассказали что-то. Ну, он уральский такой корневой человек. Как бабушки, ему всю молодость рассказывать. А мне вот я впитываю глазами их улыбки, их жесты, их мимику. Вот это удивительные лица, глаза чудесные. Они там весело рассказывают. Уж им там за 90. Ну, ты, наверное, видишь, да, как изменяется лицо сегодняшнего человека. Ну, скажем так, современника, изменяется ли оно. В чем в нем больше искренности или маски, или лицемерия, или притворства, или какого-то шаблона, стереотипа. Что? В чем? Шаблонность, насилие очень часто. Вот это что-то насилие, возведенное уже в норму. Вот это пугает. То есть хочу и врачу. Через силу добиться своих целей. Силой никто ничего не добивается. Силой решаешь какие-то проблемы, которые надо бы решать серьезно и глубоко. А силой проблема забивается только, так сказать, в дальний угол. Ну, не знаю, я далек от политики. Просто мне вот какое-то насилие страшно пугает.
Прежде всего, в нравственном отношении люди становятся как-то однобокими, жестокими и считают, что можно силой что-то решить. Силой, криком, какими-то кого-то заставить, кого-то переубедить. Как Невский сказал, не силишь Бог, а правде. То есть, да, да. То есть правда Божья, причем. Не просто да. как чья-то понятая правда. Да. Такая над. И еще такую вещь, что все-таки человек должен думать не о разрушении больше, а о созидании. То есть важная, самая эффективная борьба – это созидание. Бороться за что-то надо не с чем-то, а за что-то. Вот за что человек борется, что он созидает, что он из себя представляет. Вот это важнее. Очень часто вот все это, вся эта наша современность – это… Поле битвы за разрушение, человека. Разрушение, разрушить. А что ты создаешь? Что ты из себя представляешь? Что ты создаешь? А очень часто получается, что вот разрушать мы очень... Это вообще разрушить-то легче, чем создать. Мы больше разрушаем, чем создаем. И призываем к разрушению, а не к созиданию. Вот это беспокоит. Ну да, да, да. Потому что сегодняшний мир, он больше такой, ну, действительно агрессивный. Ну... так скажем, менее натуральный, то есть... упрощенный. Поделить все на черное и белое, на хорошее и плохое, чем, свое, чужое. Примитив-то в том, да, что разрушен уклад жизни. Вот корневой уклад жизни, скажем, 17 век, породил 17 год и все прочее. То есть колесо разрушения корневое, оно вот так вот как бы подсекается, корень. И сегодняшний человек, он где-то оторван. Что ему эта прялка, что ему там этот шлем? Ну, так, да, он одним глазом посмотрел, да, это все что-то такое. Да, мне кажется, и раньше так было. А, нет. Тоже оторваны были? Вот это, по-моему, мифы и сказки, что раньше было лучше. Не разговор лучше, хуже. Не разговор лучше, хуже. Все было сложно, все было непросто. Смотри, всегда были трудности и сложности. Разговор не о трудностях, а о том, что пропадает смысл жизни. Смысл жизни не в том, что жить просто жить. Приходила преемственность поколений. Но когда если... преемственность поколений, что Белый наши дети играет... будут точно так же критиковать своих детей и говорить, о, было наше время, не то, что нынешнее племя. Да-да-да-да-да. Богатыри не вы. Я думаю, что хватало и в прошлом, да, и гадости, и силы, нет, и злобы, и нет, упрощения, и отрывы от корней. Всегда этого хватало. И все это... Надо быть в данном случае больше оптимистом. Корни, они не то, что можно обрубить. Корни все равно прорастут. Нет, ну, естественно, они прорастут. Просто весь вопрос, какими усилиями. Мы же видим, веточки что... поломать легко. Вот молодежь, это серьезное дело, конечно. Но ты она вот... всегда отрывается от старшего поколения. Потом все равно становится старшим поколением и приходит. Ну, ты вот преподаешь вот именно частным образом. То есть ты сталкиваешься с людьми, как они, в общем-то, тянутся к искусству вообще. Сегодняшний человек, он вот, у него есть потребность действительно в изобразительном или вот в художественном? Если она заложена, она есть. Дело в том, что вот, чтобы увидеть, что такое красивые облака, человек должен вначале их, или мать ему расскажет и покажет, какие красивые облака, или художник в своей картине там изобразит, и тогда он понимает, что эти облака красивые. А в общем-то человек не привык обращать внимание там, на небо, на звезды, на облака. Он занимается своим вот, повседневной жизнью, повседневным трудом. Вот задача художника немножечко, так сказать, отвлечь и, так сказать, постучаться в душу, в глаза, как бы там сказать, к зрительным образом человека, так сказать, и сказать, вот есть что-то прекрасное, есть что-то красивое, есть интересное. Наверное, так. Увлечь, показать что-то созидательное, важное, вечное. Планы я уже не люблю сам и не люблю разговор о планах. Я думаю, что они всегда есть. А в искусстве невозможно остановиться, потому что это образ жизни, а не просто профессия. Только ремесленная какая, некая. Это и образ жизни, и образ мыслей. И я, например, самое больше всего ценю свободу.
свобода творчества, когда я делаю то, что я люблю, то, что мне нравится. Такая возможность есть, и слава богу, я... На продажу, не на потребу? Нет, на продажу. Да. Это там в последнем вагончике, если что-то там продастся, то, что 20-30 лет назад что-то там написал на коллегу. Не-не-не, пишешь, не о продаже не думаешь. Дорогие друзья, вот я думаю, что вот такая спокойная, неторопливая беседа о сущностном, о важном, она должна периодически в нашей жизни возникать, потому что великое не терпит суеты. Я думаю, что действительно где-то нужно делать такие определенные паузы в нашей стремительной жизни, задумываться о вечном, задумываться о главном, о корневом. И благодаря картинам Сергея мы как раз вот я думаю, что сегодня вернулись сами к себе, от которых мы, может быть, далеко в какое-то время ушли, но вот художник помогает нам вернуться к себе. Не вернуться в какую-то эпоху, а вот увидеть себя, ну, скажем, в другом историческом измерении, а по сути в сегодняшней жизни. Всего доброго, Сергей, тебе доброго творчества. Спасибо. И нескончаемой радости в искусстве. Спасибо.